Традиционно в детской школе искусств Станицы Ессентукской при поддержке Управления по культуре, туризму и делам молодежи администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края состоялся региональный конкурс исполнительского мастерства учащихся детской школы искусств и детских музыкальных школ Ставропольского края «Музыкальное предгорье» 2024 года. Конкурс предоставил возможность общения как юным музыкантам, так и их педагогам из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В этом году детская школа искусств в своих стенах приняла более 250 участников конкурса. Оценивала конкурс высококвалифицированное жюри в составе ведущих педагогов Ставропольского краевого колледжа искусств города Ставрополя и Ставропольского краевого музыкального колледжа имени Сафонова города Минеральные воды. Юные музыканты получили высокую оценку от членов жюри и были поощрены дипломами и призами. Поздравляем всех участников и победителей, лауреатов конкурса, а также желаем дальнейших творческих успехов. Особых аплодисментов были удостоены участники, получившие почетное звание «Победитель конкурса Гран-при».